В этом скринте. Ну, он того пацана, который мне вот сказал только что. Фигню. Я его найду теперь. Буду разбираться, судиться с ним, да? С Давай возьми, Гриша. Отсюда с моего прямого первого. Чё сделай? Пипец, моё уже прямом. Меня же посылают. Замечательно. Дожилась. Привет. Я спать пойду. Погоду не пойду. Где модератор? Я даже не знаю, что такое модератор. Странно, нам не видно. Что не видно? Как нам глаз на Шымкент. Это хорошо, жалко иди. Такая везла, уснула, да? Прикол. А, да? Ну, зачем мне модератор, если я могу сама все делать? Сколько? Где, когда, во сколько? Те, кто сидят за комментами. Модер, следите за твоим эфиром, помогает тебе хейтеров заблочить. Ой, мне это самой нравится, знаете. Так блокировать всех. Где-то черный юмор. Ты старайся. Да блин, вдруг они обидятся на меня. Просто если я буду шутить, то я буду очень много материться. А тут материться нельзя. А если не материться, то это слишком мило происходит. Юхтасай, солнышко. Махл секу. Юхтаймкас. Ничем сейчас сайсен. Я танцую. Можно материться? Разве можно? Можно? Я была настолько близка, да? Давайте поцелуемся. Да-да-да, можно, конечно. Подальше держи. А что, тебе не нравится вот так вот, если я буду держать? Сали, алды, бог. Бог того, а я? Вот. Да, она? Ёп, твоя мать. Казыр-бусымба, блядь, толбою. А, ладно. Я не буду психовать. Какие кубки, спасибо большое. Материться некрасиво девушкам. Особенно мне. Приезжай в Биш. Чего я там потеряла? Что я буду делать там Биш? Биш. Потома, карандас, вот видите? Мне не надо материться. Вот такие вот. Не, ну да, маты разрешены. Маты разрешены, я не знаю, но, типа, сам факт, то, что люди заходят, я же адекватный человек, как бы люди меня в первый раз видят, и я хочу себя показать с хорошей стороны. Что-то как-то быстро сердечко уходит. Вот. А что, мои пончики вообще будут, как бы, пополняться, я не понять могу. Да-да, не матерись, ты же воспитана, умная, когда на себя покажешь. Вот. Будь собой. Если я буду собой, он будет оном, она аноном. Давай по отдельности. H2O, блядь. Аж из самой так и прёт за матерью. Из самой. А, я поняла, что ты имеешь в виду. Да, очень. Но я материться хочу только из-за вот этих тупых людей, которые вот неадекватные вещи пишут, и все. Я представляю, что с тобой.
Мы будем ими, они, они, ам. Мы будем ими, они, они. Да. Он будет оном, а она оном. Казахтың қызызынын ғо қарындат. Казахтың күзізіні. Күзізі. Күзізіні ғо. Скажите, я тупая или он все-таки на казахском неправильно написал? Кызызы. У нас получилось попасть в рейтинг. Попасть в рейтинг? Какой? Походу, в этом эфире только я знаю тебя. Да. Так и есть. Настоящая. Да ладно, я, ну, как бы, такая же, в принципе. Просто чуть-чуть, чуточку спокойнее. Просто нет тем, чтобы пошутить. И из-за этого сидим. Сидим спокойно. Не чуточку. Леди. Ну, я еще, видишь, как бы, ты же мою сумочку видел. Впервые здесь Лаксат. Какое необычное имя. Сладкая. Русланчик. Люди, вам хотите там совет? Хотите? Т9 есть. Угу. Нехуёвая тема. Опять заматерилась. Мне, короче, надо срочно переодеть толстовку. И тогда я могу смело вот так... Вы по национальности кто? Исла. У меня мама кореянка, папа казах. Нет, а чё с пончиками? Так и будет у меня 2 из 50? Я в объезд прихожу в кафе. Я в объезд прохожу кафе Шапахат. Тим не не Я сейчас начну себе ресницы вырывать. Про ты девять жестко. Ну, в натуре. Так и есть. Уже второй день она напоминает. Да. Ну, типа, блин, я вот русскоязычная, я пользуюсь Т9, потому что я, ну, типа, блядь, некоторые слова не знаю, как правильно писать. Мне помогает что? Т9. Что такое? Ответил. Спасибо, блядь.